для кого не является секретом, что в Украине длительное время активно действуют российские спецслужбы, которые любой ценой пытаются дестабилизировать обстановку во всей стране. Подтверждение этому есть факты задержания сотрудниками СБУ диверсионных групп на территориях Луганской и Львовской областей. Задержанные имели при себе весь шпионский арсенал, схемы и фотоматериалы с заданиями для дестабилизации ситуации в конкретном месте. В ходе оперативных мероприятий были изъяты нарезное огнестрельное оружие, паспорта граждан нескольких государств, а также списки участников групп и деньги. Как стало известно, сейчас в Украине находится несколько сот сотрудников ФСБ России, которые проводят разведывательную деятельность, направленную на сбор информации про важные стратегические объекты и политических деятелей регионального уровня. Основным видом их деятельности на востоке и юге Украины стала подготовка агентов для осуществления организации акций с нарушением общественного порядка, провокации во время митингов против представителей правопорядка, диверсии против вооруженных сил Украины, а также терроризирование местных активистов. Одна российская диверсионная группа была нейтрализована после гибели участников демонстрации в Донецке. По оперативным данным, такие группы действуют практически во всех областях Украины, особенно в Харьковской, Луганской, Львовской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской и Одесской областях. В результате обезвреживания сотрудников ФСБ России во многих городах удалось избежать жертв среди мирных граждан и предотвратить провокации под видом активистов правого сектора. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов СБУ призывают всех граждан нашей страны быть бдительными и сообщать им о всех подозрительных лицах, которые интересуются расположением, деятельностью воинских частей и других силовых структур, местонахождением объектов стратегического и промышленного значения. Также в случае обнаружения документов и материалов, принадлежащих гражданам Российской Федерации, сообщайте об этом в областные отделения СБУ и районные отделения милиции.